Сегодня в Павлодарском областном музее открылась экспозиция «The Stemple» художницы Жанары Сабденовой. На выставке представлены более 30 работ мастера, выполненных в различных жанрах и техниках. О талантливой землячке расскажем в сюжете. Жанара Сабденова – турецкая художница с павлодарскими корнями. Девушка окончила местный художественный колледж, преподавала живопись, потом решила попытать счастье в Алматы, но истинную себя она приобрела в Турции, в Стамбуле. В регалиях художницы выставки в Париже, Стамбуле и участие в шоу «Казахстан Fashion Week» как дизайнера одежды. Девушка делала небольшой перерыв в карьере и теперь с новыми силами, вдохновением и почерком приступила к новым работам, которые отправят на выставку в Европу. Ты не можешь не вложить душу, то есть ты вкладываешь постоянно душу и сердце в каждую работу. В твоей взаимосвязи ты и природа. Это нужна взаимосвязь все-таки, когда мозг и твое сердце, они как бы соединяются. Только тогда происходит произведение искусства. В своих работах Жанара использует разнообразные живописные системы нового искусства. От импрессионизма до абстракции. Больше всего художнице нравится писать пейзажи. В приоритете урбан, который подвержен постоянным трансформациям. Ей очень нравятся цветущие сады, ей нравятся морские пейзажи, ей нравится особый ритм города. В общем-то, каждая работа – это такой призыв изучать. Выставка работ художницы, которая развернулась в Павлодарском областном художественном музее, проходит под эгидой проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» программной статьи Ельбасы Рухани Жангару. Коллекция картин, которую привезла художница, останется в Казахстане. Раиса Моргунова, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат.